Я медведь? Я мальчик? И последний вопрос. Я лиса? Смотрите, кто 1-0 в пользу детей? Это была козочка. Ребята, пока вы выигрываете. Старый Новый год отмечают все вместе. Только второй раз можно говорить о том, что в ДК «Октябрь» появляется новая традиция. Этой зимой праздник ждали. И если обычно за подготовку мероприятия отвечают педагоги, то на этот раз дети сами пожелали стать организаторами. Некоторые даже временно сменили сферу творчества, чтобы приготовить поздравления. Нравится тенденция, что зачастую, допустим, хореографический коллектив не танцует, а может любую игру предложить. Либо даже вот сегодня, насколько мне известно, ДПИшники наши, да, они будут не что-то делать своими руками в первый раз в жизни, а петь, например, количество детей. И это даст понять нам, насколько это для них важно и насколько это им интересно. Изюминка праздника – белый цвет. Отсюда и название вечеринки «White Party». Это может быть элемент одежды или костюм. Дресс-код выдержали все участники, как и конкурсную программу, которая охватила всех ребят. Ну, к примеру, передавали какой-то музыка, предмет. Да. И на ком музыка остановилась, тот выходит в середину танцует, и танцует. С каждым годом все активней, все больше чего-то нового и все лучше. Поют, танцуют, читают стихи, играют. Главная задача сегодня отдохнуть и зарядиться оптимизмом, чтобы добиться новых побед в творчестве.